А ведь все так безобидно начиналось. Перестрелки, угнанные тачки, ограбление магазинов. Я даже представить себе не мог, что однажды в мою жалкую жизнь ворвутся двое русских бандита. Двое русских. Сумасшедший коп, убивающий всех направо и налево. Сумасшедший коп. Да, чуть не забыл про своего больного друга, вообразившим себя супергероем. Супергерой-неудачник. Добавим ко всему этому еще и мафиози со своей охраной. Мафия. Ну а главный в этом рассказе буду я. Типичный негр. У нас появился гениальный план. Что, снова будем грабить и убивать? Лучше. Терроризмом заниматься не буду. Еще лучше. Ограбление магазина. Это сейчас самая тема. Вы кто? Я злая фея. Я превращу тебя в говно. Фиговая конспирация, Владимир. Ты бы хоть темные очки надел, что ли? Или ты своим видом собрался давить на жалость? Пошел нахуй. Извините. Обхохочешься просто. Погнали!